Ежегодный всероссийский конкурс «Народный участковый», который проводит МВД России, стартует 11 сентября. Конкурс проходит в три этапа. На районном уровне отбор конкурсантов пройдет в течение 10 дней, по 20 сентября. Выбрать народного участкового смогут все желающие. Голосование будет проходить в онлайн-формате. Анкеты участников конкурса размещены на сайте окружного управления МВД России по Одинцовскому округу. Отдать свой голос можно за одну из 7 представленных кандидатур. Конкурс способствует повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формированию позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции.